Рыбак рыбу всегда поймает, говорят участники праздника. Неважно, какой пруд и сколько в нем рыбы. На фестиваль Силтах в этом году традиционно приехали старожилы, которые не пропускают ни одного рыболовного праздника. Признанные лидеры из Кеза и самих Силтов. Я вот, честно говоря, за все годы вот этих фестивалей такого душевного человеческого подхода не помню. Чтобы вот приехали мы на организационный комитет, и вот так нас встречали, и чтобы все было организовано от и до, все продумано. Я вот уже чувствую, что и природа для нас располагается, и люди очень душевные к нам расположены. Я думаю, это будет 100% результат этого праздника. Сюда шли и ехали из психоневрологических интернатов республики. Колясочники, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для них это еще одна возможность общения. Впечатлений хороших. Просто тоже все сидишь там в четырех стенах. Подлещиков ловили, много было. А таких больших не было, чтобы очень больших. Есть мечта какая-то? Такая рыбацкая мечта. Кого хотите поймать? Не знаю, может, сама. Такого крупного. В этом году на фестивале много новеньких. Из Заволжского района приехала одна молодежь. Зато программа осталась прежней. Гостей угощали традиционными удмуртскими блюдами, а спортсмены соревновались сразу в нескольких номинациях. Абсолютный победитель по рыбной ловле – колясочник Владислав Ардышев из Болезино с уловом в 720 граммов. Участников фестиваля отметили призами и дипломами. Елена Обуховская, Елена Керн, телеканал «Моя Удмуртия».